борется со своим страхом, тот, кто соприкоснулся с гранью, тот, кто обрывает ленты своего прошлого. Мы приходим в этот мир незаметно, но и также незаметно исчезает почва под ногами, а следом за ней особо, к чему же приводит на первый взгляд дурацкий механизм. Задавая такой вопрос самому себе, ты не будешь довольствоваться ответом, ведь его попросту нет.